Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 450, события дня. Так, Иоанна 5:44. А славы, которые от единого Бога не ищете. О, к этому и вчера мы считали один. Спрыгнул с корабля, прыгнуть никак нельзя было, только прыгать туда, где винт работает. Корабль идет с высоты. И до берега 100 километров. Ночью он прыгнул и дальше не знает, куда плыть. Ни компаса, ничего нету. Двое с половиной суток плыл в океане. Течение его уносит в океан, чтобы уйти из Советского Союза. А здесь сидит рядом, спит. Ночь спали. Да что же, какие же люди. И он говорит, самое-то главное, я без пищи мог недели быть. Он занимался йогой там, где... А вот теперь-то, говорит, я больше легко спать. Я засыпаю. Язык-то глотает воду. Горло-то. И как он вышел оттуда. И в конце концов, сколько, 62 года он, его там где-то взяли. А туда, там полудикий народ куда выйдет. Вот считаешь, это же, ну не верится. А здесь в ровном месте, ну маленько уколи себя, как-то дерни тело. Нет, рука в руку, тереть будут. И как безбожники ведете себя. Ну разве можно так? Завтра это не будет, ни теплой комнаты, ничего не будет. Здесь придет другая нация, будут жить-то. Растешились, не опирайся спиной нигде, сиди прямо, развалится, все, уснул. Выступает, здесь сидит там Смирнов, и сидит, хлюпает перед народом, 5 минут говорить не может, чтобы не пить. Да какой это христианин-то? Он решает участь людей, посылает, танки освещает, да все, дожились. Ему говорят, сколько баптисты, там другие, кого? Брать кирпичи, бейте окна, идите им, его не сажают ничего. Да его немедленно сегодня надо изолировать от общества. Растелешится, сидит на 2 дивана. Да разве можно это делать? И государство-то видит, какие попыты, какой он. Зачем он там нужен? Ни одного места писания привести не могут. И решают, кто верующий, кто неверующий. Идите их бейте. И ролик стоит, самый наглый поп. Но люди приходят, ничего не знают, да хоть деньги с них взять. Это открыто говорит, наглецы. Проклятие России через них идет. И он сидит, измывается. Никакого огня-то нет. Пророка-то нет. Ни одного, чтобы жгли глаголом сердца людей. Так, дальше. Так, дальше. 6 марта 2017 год. Ну, дальше. Не отвечаю. Тут спрашивает, когда можно выйти по скайпу? По скайпу можете выходить на меня 4:00 Москвы до 16:00. Юрий Соболев. Миром, Игнатий Тихонович. Серьезная новость нашей епархии. Вот оно где. Можете ткнуть и найти. Суд анафема. Прямо как в золотые века. Православные патристики. Где еще такое встретишь? Такой реальности живого организма церкви нет ни у кого из еретиков. Впрочем, последние и так под анафемой. Митрополит Пантелеймон совершил литургию в день торжества православия и чин анафематствования. 5 марта 2017 года, 14:08. 5 марта, в неделю первого Великого Поста, торжество православия, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеймон Ачинский совершил божественную литургию святителя Василия Великого в храме Рождества Христова города Красноярска. Его высокопреосвященству сослужили руководитель административного секретариата Красноярской епархии, настоятель Покровского кафедрального собора Красноярска, митрофорный протоиерей Владимир Дорош, исполняющий обязанности секретаря Красноярской епархии, благочинный Красноярского левобережного округа церквей, наместник Успенского мужского монастыря Красноярска, игумен Иннокентий Нилов, благочинный Красноярского правобережного округа церквей, настоятель Христорождественского храма протоиерей Максим Смоляков, штатные священнослужители храма Рождества Христова и Покровского кафедрального собора. За литургией подьякона был рукоположен послушник Христорождественского храма Константин Чувалов. Богослужение сопровождалось песнопениями хора храма Рождества Христова и Красноярского детско-юношеского духовного хора «София». За литургией молились более 300 красноярцев. Читай дальше. По окончании литургии владыка Пантелеймон совершил чин торжества православия. На богослужение был совершен чин анафематствования, совершившим тяжкие прегрешения перед церковью.
В том числе анафеме предано учение, распространяемое запрещенными в священнослужении клириками Красноярской епархии иереем Петром Боевым и диаконом Иоанном Логиновым. После богослужения правящий архиерей обратился к верующим со словом проповеди. Для справки. Чин торжества православия совершается в первую неделю воскресения Великого Поста и был установлен еще в 9 веке в память окончательной победы над иконоборчеством. Особое место в богослужении занимает чин анафемаствования. Анафема провозглашается соборно всем, кто совершил тяжкие прегрешения перед церковью. Когда церкви предается анафеме какое-либо учение, это значит, что учение содержит в себе хулу на Святого Духа, и для спасения должно быть отвергнуто и устранено, как яд устраняется от пищи. Вот пояснение. И когда в прошлый раз они там решение приняли, это в Боево, чтобы 10 лет не носили одежду, крест, я говорю, да их никогда не будет, они не вернутся. Он уже пропитан там, заигрывал. Интересно, с одним там еретиком он ходил, где-то что-то вместе занимались, а еретик, вот копия Саши Мухи, такой же, такая же, ну весь такой же, интонация, и так же говорит, и так же ухмыляется, как будто бы под копирку снятый. Я сразу сказал, никуда не вернется. Он как этот клоун Сергей Журавлев. Православный священник. Какой он священник-то? Он под анафемой. И учение его анафематствовано. Ну и теперь нужно показать наши ресурсы. И кое-что из этого еще. Вот первое. Это наш мой мир. Как он выглядит. Вот она страница. У меня есть другая, там я с голубем. Так надо на эту что-то написать, сказать, ответить. Вот по этой почте. Вот вверху почта. Вверху. Поистине один, два сказать. Показываю email. Ну и все. Это богатый ресурс у нас. Очень даже. Можно сказать, видео здесь 5374 наших видео. 17971 фотография. Заходите сюда. И форум. Форум, вот он как выглядит у нас, легко регистрироваться, 1602 темы, сюда можно заходить, найти, это что тут еще, да это то же самое форум, только, и видеоканал, православный видеоканал, большая очень здесь информация, тут 6397 подписчиков и 5560 просмотров. Ну, маленько есть. И самый вот, большой, богатый материал, это православный библейский сайт. 50 книг аудио тут написано, насчитано, книги. И вот ответ на 4124 вопроса по темам. Вот здесь. Вот хотелось сказать, вчера у меня тут, вот, просчитать. Вот сейчас, в данный момент, как раз зашел Юрий Соболев. Я не знаю, что он тут заранее. Так, Библию не знал. А я о чем? Я говорю всегда. Это он про анафему мне прислал. Такой реальности. И вот смотри. Миссионерство, это трудно. И, наверное, надо мне снять сюда будет. Сейчас я это дело выведу на Word. Вот видите, прям на ходу это делается. Ctrl-A. И дальше на 20 номер. Вот так. Угу. Ну-ка считай, что тут написано. Написано, Юрий Соболев. Кто бы мог подумать в первые века, что церковь будет учиться миссионерству у еретиков. Вот дожились до чего. Кавычки от Георгий Аврамович Чайкин, Могилевский епархиальный миссионер в заседании 220-м Священного Собора 30 марта, старого 12 апреля, нового 1918 года, обсуждение доклада отдела о миссии, основные положения об устройстве миссии. РГА, фонд 833, опись 1, дело 13, лист 264. Это так называется, я знаю, в архивах. Кавычки открыты. Задача определенная и ясная, создать и укрепить внутреннюю миссию, лежавшая перед собором, уже принята за сознанием соборным. Этим собор сказал... Нет церкви без миссии. Это в каком году было-то? В 18-м. 1918-м. Разве могло быть иначе, когда мы стоим накануне небывалых потрясений религиозных,
Разве могло быть иначе, когда у нас надвигаются гигантские волны сектантства, на грозных гребнях которых колышется баптистский девиз «Послать проповедника во все углы России, совершить религиозную реформацию русского народа». Разве могло, наконец, быть иначе, когда мы переживаем страшное банкротство нравственное, наблюдаем невежественное незнание родной веры, потемнение самосознания православного, подмену нетленной истины церковной измышлениями лжесловесников, сожженную совестью? Лжесловесников. Лжесловесников. Католики могут содержать 2903 миссионерских стана. Протестанты могли еще в 1881 году израсходовать на миссии 32 миллиона марок. Это большая сумма тогда была. А теперь, когда миссионер японский Кимура, усвоив прием проповеди американского миссионера Билли Сандея, обратил протестантство в Токио 3000 японцев, то, окрыленные успехом, протестанты снарядили в Японию целый миссионерский корабль в составе 474 миссионеров. Имели, значит, средства. Сектанты-баптисты в Америке с любовью расходуют миллионы долларов на миссию. У нас в Гомеле, Могилевской губернии, баптистский миссионер Петр Градищев получает, как передают, 24 тысячи рублей в год, снимает лучшие залы, открыл бесплатную чайную, распространяет в народ баптистские брошюры и прочее. Ну, а мы что доселе сделали? Юрий мне это теперь после этого и пишет. Вот, Игнатий Тихонович, еще один факт того, что русский народ, и клир в том числе, Библию не знал. О чем вы говорите всегда? Я об этом говорю всегда. Ну, тут надо вернуться назад, вот, где здесь есть, и ткнуть вот сюда. Войти на журнал Андрея Кураева. Так, и кто читал Библию? Ну, надо опять же высветить. Вот здесь. Сейчас мы это вытащим. Опять же так, иначе никак не получается. Так. И теперь, ну что тут говорит-то? На 20-е выведали и все. Ну что он говорит? Кто читаем. Кто читал Библию? Очень часто рассуждение о культурной жизни ограничивается фактом написания и издания некой книги. Вопрос о ее тираже, о степени ее доступности и о круге ее читателей ставится нечасто. Сколько экземпляров было у макарьевских великих читихменей? 15? Кто их имел? Кто из имевших прочел? Кстати, они до сих пор не переизданы. А вот славянская Библия, кавычки открыты, общедоступной не было ни первая напечатанная Острожская Библия 1581 года, ни первопечатная Московская 1663 года, даже долгожданное издание 1751 года не смогло решить проблему очевидной нехватки экземпляров Священного Писания. Их дефицит ощущался даже в системе духовного образования. Так, церковный историк 19 века Знаменский отмечал, вместо славянской Библии в семинариях употреблялась более доступная, хотя тоже довольно редкая латинская вульгата. Пользование ей было тем удобнее, что и лекции, и оккупации, учебные занятия по богословию, были на латинском же языке. Славянская Библия была большой редкостью, почти недоступной для частных лиц и духовенства. Слишком дорогой для семинарской библиотеки, даже после издания ее в 1751 года. Неудивительно, что изучение Священного Писания вовсе не было не только в семинариях, но даже и в академиях. А что говорить про простой народ? Где они были, эти все святые-то? Чем занимались-то? По пустыням прятались? Между духовенством и чтением Священного Писания и речи не было. Издание 1751 года, как известно, первый раз только познакомилось с Библией русскую публику, но число экземпляров, выпущенных в свет, было слишком недостаточно для удовлетворения потребностям не только народа, но и служителей церкви. Кроме того, как же этот экземпляр стоил 5 рублей? Большой тогда суммы денег. Ненормальность подобного положения устранялась крайне медленно, в чем удостоверяет сообщение Знаменского о ситуации с экземплярами Священного Писания в духовных учебных заведениях 1818 года.
кавычки открыты, в богословском классе, высший класс, Казанской академии, ни у одного студента не было Библии. Да и казенная имелась только одна. Это свидетельствует о том, что техническую проблему доступности славянской Библии тиражи второй половины 18-го, начала 19 века решить не смогли. Библия осталась на периферии религиозной жизни вплоть до 19 столетия. От нее оказались дистанцированными и клир, и общество. Тихомиров, Б.А. к истории Отечественной Библии. Москва, 2006 год, страница. Ну, что на это сказать? Так, миссия Библия. Это все из прошлого. До издания ее на Библии, до перевода синодального. Вот. Ну, а теперь мы будем из этого брать вопросы. Вот я сейчас покажу, где вот у нас здесь. И потом мы сейчас торопляще соберем. Вот открываю. И вот эти вот как раз берем. Я их вывел, чтобы время так не терять больше. Вот с этой стороны будем брать по порядку. Вот выдернул один. Считаем. Вопрос 2407. Оно как будто к этому не относится. Ну ладно, считай, к старообрядцам почему-то. Давай. В иных местах приходящих от баптистов перекрещивают, а в других местах совершают только миропомазание. Как же правильно? Правильно. Ответ. Сами баптисты все и всегда не имели и не имеют истинного рукоположения, и крестители их есть самые простые миряне-еретики, самозванцы. Так что и крестящийся от них какую может принять благодать? Кроме того, они крестят в одно погружение, а в церкви издревле крестили и крестят в три полных погружения. У нас их всегда перекрещивают. А вот если кто приходит от имеющих рукоположение и крещен правильно, но даже буден из армянской церкви, то к ним вполне может подойти рассуждение святых отцов. Святитель Киприан... Это мне вопросы задают в университетах, где я вел занятия, отвечаю я. Святитель Киприан Карфагенский. Книга о единстве церкви. Иеремия 2.13. Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили. И высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Тогда как кроме одного не может быть другого крещения, они думают, что могут крестить. Оставивши источник живой жизни, они обещают благодать животворной и спасительной воды. Там не омываются люди, а только более оскверняются. Оскверняются! Окончание-то, прям, чтобы слышно было. Дальше. Оскверняются. Не очищаются грехи, а только усугубляются. Такое рождение противоречит чад... Не противоречит. Производит. Чад не Богу, но дьяволу. Рожденный от лжи не сподобляется обетованию истины. Порождаемый вероломством погубляет благодать веры. Нарушившие мир Господень неистовым раздором не могут достигнуть награды мира. Вот это Киприан Карфагенский говорит, 4 век. Кавычки открыты. Пусть никто не удивляется, возлюбленнейшие братья, что даже некоторые из исповедников доходят до того же, и потому столь же нечестиво и тяжко согрешают. Исповедание не освобождает от козни дьявола, и находящемуся еще в всем мире не доставляет всегдашней защиты от искушений, опасностей, нападений и ударов века. Впрочем, мы никогда не видели последствий у исповедников таких обманов, бесчинств и любодеяний, какие у некоторых людей видим ныне, о чем скорбим и болезнуем. Болезным. Кто бы ни был исповедник, все же он не выше, не лучше, чем богоугодней Соломона. А Соломон, доколе ходил в путях Господних, дотоле обладал и благодатью, полученной от Бога. Потом же, когда он оставил путь Господень, тогда утратил и благодать Господню, как написано, и воздвиг Господь противника на Соломона. 3 Царство 11.14. Святые отцы 3-4 века разногласия между собой о значении таинств, совершенных в церкви, держались... Вне церкви? А нет, как есть, отбросено сразу. Ужас какой. Держались, однако, одного общего мнения относительно еретиков, что у них нет спасения и что таинство, принятое ими, не сообщает им даров Святого Духа и не очищает их от грехов.
Еретики, говорит о них блаженный Иероним, дошли до такого безумия, что остались одинокими без благодати Духа Святого и потеряли наследие Господа, то есть прежнюю истину веры. Преподобный Марк Подвижник утверждает, кавычки открыты, посредством крещения даруется оставление грехов и дар Святого Духа по мере веры. Насколько кто отступит от веры, тотчас бывает содержим грехом. Твердым верующим Дух Святой дается по крещении, неверным же и зловерным и по крещении не дается. Да, крещение принял зловерно, если тебе была ложь, не раскаялся в ней, а я крещение принимал, а не дается благодать это. Тоже говорит и святой Кирилл Иерусалимский о крещаемых без истинной веры. Кавычки открыты. Симон Волхв, говорит святой Кирилл, приступал некогда к купели сей и крестился, но не просветился, омыл водой, но не просветил сердце духом, и погружалась в воду, и вышла из воды тело, а душа не спогреблась со Христом и не воскресла с Ним. Смотри, говорит он в другом месте, не приходи к крещающим, как Симон, лицемерно, между тем, как сердце твое не ищет истины, ибо Дух Святой испытывает душу и не пометает бисер перед свиньями, если лицемеришь, то люди крестят тебя теперь, а Дух не будет крестить. Так и в еретических обществах. Не допущай обольщать тебя скопищем еретиков, наставляет святой Иоанн Златоустый. Они имеют крещение, но не просвещение. Они крещаются телом, но не просвещаются душою. Так и Симон крестился, но не просветился. В таком же состоянии находятся и они. Тоже говорят о еретиках и принятых ими. Да. В таинствах святой Ефрем Сирин, блаженный Феодорит, преподобный Нил Синайский, Милетий, патриарх Константинопольский и многие другие церковные учители и пастыри. Больше всех и обстоятельнее других писал о таинствах совершаемых у еретиков блаженный Августин, епископ Ипонский. Кавычки открыты. «Кто отделяется от церкви, рассуждает он, тот теряет плоды союза с ней и лишается благодати». Равно кто родился и воспитался вне единения с церковью, тот хотя бы и запечатлен был таинствами, но не получает от них благодатной силы и освящения. Но если тот и другой возвращается в церковь, то над ними не должно повторять неповторяемых таинств, потому что им не доставало не самих таинств, а только их спасительного действия. Для совершения таинства нужно одно, чтобы оно совершено было законно, а вера и любовь нужны для того, чтобы оно имело спасительное действие на приемлющего. Так, если над крещенным произнесены евангельские слова «Во имя Отца и Сына и Святого Духа», то таинство совершилось, но оно бесплодно для неверующего, пока он не уверует. Для еретика или раскольника, пока не соединится с церковью, от которой отделен духовно вообще. Для порочного и не брегущего о своем спасении грешника, пока он не обратился к Богу с покаянием. Но если так, то все ли равно истинно верующему человеку, где и от кого он получит таинство, он может принять крещение и у еретиков. Блаженный Августин отвечает, что кто говорит так, тот грешит, потому что крещение еретиков есть незаконное и бесправное, хотя истинное крещение. Кавычки открыты. У них благодать крещения является лишь тогда, когда они возвращаются к церкви. Спасительная сила крещения уничтожается у них упорством в схизме. Церковь, говорит Августин, есть святое тело Христа. В ней одной находится Святой Дух, и любовь может быть присуща только тому, кто находится в церкви. Ну и не каждый, находящийся в церкви, имеет Святого Духа, а только тот, который находится в действительном союзе с членами церкви. Итак, для святых отцов Древней Церкви было бесспорным, что еретики не получают Святого Духа в таинстве крещения, хотя само таинство, совершенное правильно, есть святое и истинное крещение Христа. Доказывая действительность и у еретиков таинства крещения, блаженный Августин последовательно применяет свой взгляд и к еретическим рукоположениям. Нельзя, говорит он, указать никакой причины, почему тот, кто не может утратить самого крещения, в состоянии потерять власть преподавать его. То и другое есть таинство, то и другое сообщается человеку некоторым посвящением. Но, когда он крещается, а это когда он рукополагается,
а потому ни то, ни другое. Католической церкви повторять непозволительно. Ибо если когда приходящие оттуда, то есть от падших, даже предстоятели по исправлению заблуждения раскола ради блага мира принимается и признано бывает нужным, чтобы они исполняли те же обязанности, какие исполняли и прежде, то они не рукополагаются снова, но как крещение в них, так и рукоположение пребывает целыми. По елику погрешность была в отпадении, которое исправлено миром единения, а не в таинствах, которые где бы ни были, остаются теми же. Как видим, блаженный Августин, отрицая у еретиков спасение, отпущение грехов и действие на них даров Святого Духа, вместе с тем признавал совершенные в их среде таинства крещения и хиротонии. Ну, то есть, а еретики, имеется в виду, они имели рукоположение от апостольских времен. Действительными и истинными не за одну только их правильную форму совершения, но и за внутреннюю их силу и значение. Считал их не обрядовыми лишь действиями, а таинствами, дающими власть. Он разделял силу и действие крещения и хиротонии в себе и превратное состояние сердца, принимающего эти таинства. «Деньги хороши сами по себе», — говорил Августин, сравнивая с ними святые таинства. «И хорошими остаются в руках вора или вора». «Сила крещения, — говорит Августин, — заключается не в человеке, а во Христе, что поистине светлее препровождало бы их вечной жизни». То в заблуждении становится для них более омрачающим и осуждающим. Осуждающим. Церковные учители всегда признавали, что таинство и суть учреждения Божия – это собственность Господа и совершается самим Богом, а духовные лица при этом в совершении есть только рабы-исполнители, а не раздаятели Божьих даров. Таинства действительные и святые сами по себе, по силе Божией, а не через людей. Благодать подобна солнцу. Только того не освящает, кто сам отвращается от нее, ослепленный неверием, заблуждениями и грехами. Благодать божественного блаженства Бог, говорит святой Дионисий Ариапагит, всегда и во всем, будучи одинаково, благотворительное своего света лучи на все мысленные взоры обильно простирает. Дальше. Соблазны – это вызов всем и вся. «Живу так, как хочу, не ваше дело. Пусть жабы дохлые медалями висят, с плакатом черное зовите только белым. Делами опровергнутся слова, расставившие с паром из гортани. Глаза бесстыжих ворну клевать, то половину срока не протянет. Сегодня, где бы что ни говорил, об истине, что в церкви православной, соблазн поповский нам не сдать в утиль». Что зря греметь мощами и маслами? Нам ставится в укор поповский ряд, где белых, тучных выше всякой меры. Архиерей, у вас не агнец, злобный хряк, соблазн для них евангельская вера. Достаток выше крыльев у ноздрей, когда народ беднеет, голодает. Дай, Господи, отступникам прозреть и применить, что в Библии считает. Нам хочется к запретному пройти, на недозволенном оставить отпечаток, и только совесть может запретить отсечь и вырвать тот соблазн в начале. С иконами запутались совсем, вероточения захлебнулись прочно, шестерки царствуют, в металлолом все семь, без слова Божия и днем темнее, чем ночью. Соблазны сеяли, молясь еретиками, прелюбодействуя налево и направо, апостолов за это разве упрекали, за это ли соль сыпали на раны? За проповедь евангельскую жизнь, дабы об имени Иисуса не вещали, не слышат нам похвал и укоризн. Мы и Иеговы слуги, он же наш начальник. 26.11.04. Так, о чем здесь? Так, еретики, так и подписать. А куда его? Оно тут надо там смотреть, не написано было. Ну ладно, тут понятно. Теперь сразу вытаскиваю и открываю. Считаем. Вопрос 2667, 12 том, открытым оком. Молодой старообрядец на сторонний слух звучит необычно. Это какую-то газету выпускает, журнал. Молодой старообрядец, молодой, а старый. Ну как так? Ответ дает Адриан, их первосвятитель, митрополит. Кавычки открыты. Получилось так, что людей среднего возраста и среди священников, и среди мирян достаточно немного.
В основном я сужу по своему казановскому приходу, который можно даже назвать молодежным. Но это общее явление. Тут многое зависит от настоятеля, прямо скажем. Церковная жизнь прихода не должна ограничиваться только службой. Она должна обязательно включать в себя и воскресную школу, и какое-то внецерковное общение, совместные поездки. Поездки обязательные. Занимайся кружок по изучению Библии, этого нету. Он сам-то из Казани и говорит. Под Казанью действует летний молодежный лагерь. Такие же есть и в некоторых других приходах. Теперь все закрывают. Ребята с радостью проводят время на природе, но и вести себя при этом нужно в соответствии с христианской этикой. Разрешая для себя какие-то духовные вопросы. То есть неопределенно ничего так? Я считаю, что если прихожане видятся только в храме и, помолясь, опять расходятся, то это признак отсутствия жизни церковной. Это его слова, закончены в кавычки. Его интервью задавали ему около 60 вопросов. Теперь я их рассматриваю. Игнатий Лапкин, ни слова нигде о том, что нужны кружки по изучению Библии, по трудам святых отцов, по толкованию блаженного Феофилакта, чтобы могли устоять в бушующем мире. Лука 10.39. У нее была сестра именем Марфа, Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Притча 22.6. Наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится. Пока у человека не произойдет личная встреча со Христом, как у Савла, он не может сделаться Павлом. Он так и будет фарисеем от фарисеев, то есть сугубо порядочным старовером, иудеем, в новозаветной Симеон Солунской упаковке, с типиконом под подушкой, с деревянной иконой старого письма. Иоанна 3.7. Не удивляйся тому, что я сказал тебе. Должно вам родиться свыше. Не преклонись, не съешь, в рот не вложи, ни капельки воды до причащения. Нас откопировал подобными запретами не жид и не масон, свободным сделал жизнь мучением. Кто вычитал, нашел ли у пророков, апостолы, быть может, подложили, боятся чихнуть случайно ненароком, от зевка тряслись, чтоб все поджилки. Не воины свободного царя и не герои, что открыто бьются, лишь за традиции привыкли укорять друг друга, щиплют суеверно гуси. Вот так же мелочно смекины десятину подсчитывала фарисеев врать, о милости забыв, сжирали сиротинку, умели по закону вдовицу обобрать. И столько мелочности и диких предрассудков навеял сатана через лихих попов, через старух подсматривали сутки, бездельно в понедельники наделали постов. Учись благоговеть перед Еговой, молиться углубленно в тишине, с желанием Писания откроем, непросвещенность есть ли что страшней. Чего нет в Библии, о том не рассуждаем, не верьте басням бабьим и поповским, божественное посчитай заданием, что напридумывали, без сожаления сбросим. Смешно нам слышать о видениях, снах, кому бы ни были, особенно монахам, бездельничали и плодили страх, приметам, предузнанием об именах. Да. Бояться с трепетом и чтить нам все благого, оберегать его слова от искажения, не скоро встретишь именно такого, он для слепцов отныне стал мишенью. Так, я закрываю, тут уже понятно, чем все подписано, название, ничего не надо. Дальше, следующее, вытаскивай по порядку, по алфавиту. Видите, как облегченный режим. Вопрос 2656, 12 том «Открытым оком». Евангелие у вас можно читать только по-старославянски? Это Адриану, митрополиту, вопросы задают. Он отвечает. Ага. Ответ. В церкви мы пользуемся старославянским текстом. Но, возможно, скоро у нас появится и свой старообрядческий перевод. Недавно, например, один из наших иноков, отец Олимпий, живущий одиноко в лесу, перевел на русский язык псалтирь, сверив его с греческим оригиналом. Игнатий Лапкин. Только привычка слушать непонятное, заунывное, близко, природное нам заставляет думать, что мы что-то понимаем. Когда на церковно-японском языке что-то бормочут уставщики-псаломщики, диаконы, попы, архиереи, а на самом деле ничего-то непонятно. Тьма египетская. 1 Коринфянам 14:19.
Но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Алиапий, вроде бы... Алипий, видно, Алипий, он говорит, Алиапий, тут ошибочка. Алипий, вроде бы переведет лучше, чем 4 духовной академии. И это не гордость, не превозношение. Понятно, что старообрядцы будут переводить одну из самых труднейших книг. А псалтырь-то кто перевел? Павский, Герасим Петрович. А Алипий будет переводить. 4 Царство, 19-22. Кого ты порицал и поносил? Кого ты порицал и поносил? Ага. И на кого ты возвысил голос и поднял так высоко глаза свои? Он прямо в упор это ставит ему. На святого Израилева. На такой перевод, синодальный перевод, кто слово скажет, его уже, говорится, под анафему надо вести. Идите, поспешите, возвестите, пустой гробницей зев пусть не страшит. Христос воскрес, да знает остров дикий. Спуститесь в пропасти, зайдите до вершин. Я посылаю вас пройти кромешный мрак и вызволить на свет, кто примет весть спасения. Я всюду с вами, преодолейте страх. Разбрасывайте щедро евангельское семя. Евангельскую веру насадите, не пропустите дебри и болот. И если встретятся монахи, им скажите, дух непокорства истине туда вас уволок. Скажите им, устройте словом встряску, что надо найти, благовестить. Не в старообрядческую, зарастая ряску, в пустыню знойную скорее несите пить. Кто не пойдет, эгоистично понял, спасаться созерцанием по пещерам. Отрекся от меня такой монах, он тяжко болен, непослушанием, упорством, дети черни. Дух благодати силой облечет послушников Христовых, а не аввы. С пятидесятницы начните свой отсчет, за проповедь страдание будет вашей славой. Идите же, идите, не сидите, снимите черные хламиды и косички. Ушли вы многие из мира от обиды, вас грозный Иегова с утра на паншне ищет. Стряхните сон богослужебных пений, обуйтесь, поспешите с чудной вестью. Укройте, витязи, главу свою спасением, ни дня без проповеди не сидеть на месте. Кто спрятался, тот превратился в пень, не давши ни себя, ни семян и ни отростка. В часу 11 шанс какой успеть, иначе делание ваше всуе под вопросом. Ну, прочитай, без ошибки. Теперь снова. Где, откуда? Ну, вот отсюда. Кто спрятался, то превратился в пень, не давши ни семян и ни отростка. В часу 11 шанс какой успеть, иначе делание ваше всуе под вопросом. Ну, понятно. И как, он смотрит на них, кто спрятался, тот превратился в пень, не давши ни семян и ни отростков. Ну. Чтобы пень дымился этот. Как ты считаешь, безразлично, тебе в монахи надо было идти. Ну, тут ты уже не уйдешь теперь, маленько вкусил. Как благ Господь. Дальше читаем. Вопрос 2694, 12 том, открытым оком. Вы согласны с тем, что вас называют старообрядцами? Ответ. Да, Адриан отвечает. Это вынужденное согласие, само слово... Говори. Да, с миром. Но... Так. Да. Так вот это. У вас вопрос большой. Ты можешь позвонить через полчаса? У нас запись идет. Ой, хорошо, пожалуйста. Давай. Это вынужденное согласие. Само слово появилось во времена Екатерины II. Было законодательно закреплено Николаем II и отражало позицию официальной церкви и отношения светского общества. Сами же мы причисляем себя к исконно русскому православию, считаем себя русской православной церковью, но для того, чтобы соблюсти самоидентификацию, вынуждены называться старообрядческой церковью. Ну не называйте старообрядческой, это называйте православная. Ответ-то какой? Хотя на самом деле не обряд, и тем более не обрядоверие, составляет суть наших верований. Они имеют более глубокие смыслы.
Игнатий Лапкин. Комментируя его выступление. И почему бы было тут же и не объяснить, в чем эти глубокие смыслы? Народ в абсолютном большинстве старообрядцев не может различить догмат от обряда. И в согнутых пальцах видит смысл и угодность свою Богу. Верит, что и сам Иисус Христос так благословлял людей таким перстосложением. Неужели Адриан не знает, что более темных познаний Библии людей, чем староверы, трудно найти? 2 Петра 1:19. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Матфея 22:29. И Иисус сказал им в ответ: заблуждайтесь, не зная Писаний, ни силы Божией. Нас назвали старообрядцами, Екатерина, да, ну, вас назвали, допустим, такими-то раскольниками. Ну, назовите раскольнический журнал, вы же этого не делаете. Вопрос 2626, 12 том, Открытым оком. Вы говорили, что ушедшие к старообрядцам со злословием на вас, ваши бывшие прихожане должны быть известны тем, к кому они ушли. Как же это сделать и для чего? Это ко мне вопрос задают. Ответ: чтобы нас не обвиняли, что кота в мешке им подсунули. На днях наши братья отнесли священнику вот такую бумагу, кавычки, настоятелю храма Покрова Божьей Матери Русской Православной Старообрядческой Церкви Белокреницкого Согласия, отцу Николе Думнову от братьев Думнову от братьев Крестовоздвиженской общины города Барнаула РПЦЗ, епископ Евтихий. Обращение. Обращаемся к вам, отче, с разъяснением сложившейся ситуации в связи с переходом к вам в церковь бывших членов нашей общины Волкова Вячеслава с женой Анной и детьми, и Шимко Романа с женой Аленой и чадом. Дело в том, что они пришли к вам не потому, что в полноте разделяют вашу старообрядческую позицию, то есть согласны со всеми вашими мнениями, отличными от новообрядческих. Например, Шимко Роман считает равноспасительным или не влияющим на спасение способ сложения перстов, считает равными для спасения старые и новые обряды, считает равнозначными для спасения души, написанной в имени Господа двух или одной буквы «И». То есть для них нет разницы в словах «Иисус» и «Иисус». А также Шимко не считает за священное предание правила отстоглава собора и ограничивает понятие священного предания только семью вселенскими и девятью поместными соборами и правилами святых отец. Ну, правильно говорит, но так старообрядчество-то никак не подходит. Мы должны сказать, что это за люди, которые к вам переходят. Возможно, также и другие разногласия со старообрядческим учением, в которых они укоренены, и они еще пока их не понимают или не сознаются. Из этого видно, что они не старообрядцы, а высказывают, в частности, эти перечисленные мнения, которые присущи нашей общине, РПЦЗ. Наша община, настоятель Иоаким Лапкин, очень лояльно и доброжелательно относится к Белокреницкой церкви РПСЦ, считая ее истинной церковью Христовой со спасительными и благодатными таинствами и с благодатной иерархией священства. И о чем выше сказали, это они взяли из нашей общины. У нас такое именно понятие есть. Разницы нет, два или три перста. Это доказывает переход к вам нашей сестры Анастасии Косолаевой, которую мы мирно отпустили из нашей общины выйти замуж за вашего старообрядца. Истинные же причины ухода из нашей общины этих бывших лжебратьев мы видим в другом, а именно страшная самость, бессовестие, бессоветие, непослушание более опытным и старшим отцам и братьям, дерзкое поведение, которое лицемерно выдается за дерзновение и ревность по Бозе, стремление всех и вся поучать, обличать, отыскивать мнимые беззакония и нарушения, несмотря на авторитеты, возраст, священный сан, при этом не имея ни личного опыта христианской жизни, ни необходимых и глубоких познаний и ведения, ни любовь к наставлениям старших и обиды, когда их назидают в вере. Пример: у Шимко их ребенок Миша ведет себя как ненормальный, дебильный или бесноватый, все время кричит, не плачет, и дома, и в церкви на богослужении. Они постоянно обижались на то, когда им указывали братья и сестры, что ребенок ведет себя как беснующийся. Они стали его прятать, не приводить в церковь, а потом отдали в детсад.
Вячеслав же постоянно искушается на глупостях и хвалится этим. Это только совершенно незначительные примеры, а их масса. На замечание могут страшно нахамить священнику при всем собрании. В связи с этим, отче, мы хотим вас предупредить, что эти люди ушли не от нашей общины и наших взглядов, а хотят убежать от самих себя, не желая принять наставления в своей неправильной жизни и покаяться в своих тайных грехах. Мы предполагаем, что эти беспокойные совести люди также будут вести себя и у вас. В церкви обязательно будут выискивать ваши среди беззакония, чтобы начать вас поучать и исправлять, лишь бы только самим не исправляться. Обращаемся к вам, потому что мы очень хорошо долгое время знаем этих дерзких лжебратьев. И заботясь о спасении их душ, хотим помочь вам направить их к исправлению, а также предупредить расколы и разногласия в вашей среде, которые могут возникнуть от их деятельности. Но говоря искренне, мы не верим в их исправление и думаем, что они похулив и вас бросят, указав на якобы беззаконие вашей церкви. 1 Иоанна 2:19. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но не вышли, и через то открылось, что не все наши. 3 Иоанна 1:10. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Отче, разрешите нам разъяснить переход этих семей на собрание в вашей церкви. Помоги вам, Господи, с уважением братья Крестовоздвиженской общины, РПЦЗ, телефон 2436. То, что здесь написано, это писал кто? Дыбунов Игорь Владимирович и Третьяков Игорь Владимирович. 4.01.05 года. 12 лет назад. Это не я писал им, чтобы они знали. Для всех стать всем, себя не унижая. Талант нечеловеческого сорта. Все для спасения нездешним урожаем. Пропишется в раю. Не будет твердым. Стертым. Стертым. Не сотрется. Задача высеять евангельские строки. Расположить принятию чьё-то лона. Сверхпослушание свое нести оброком, доколе слышащих словам Христа преклонит. По мелочи, что различает часто, не ставить во главу угла пристройки, заметить, когда дуб начнет качаться, помочь и подрубить его по кромке. Когда сердцевину сразу не достать, обрядность не охаять, но возвысить, не спорить о молениях и постах, когда у собеседника синдром зажатой крысы. Умело исподволь указывать на крест, не то что на груди, в кругу могил, а на Голгофский, где от наших зверств Сын Божий чашу смертную испил. Себя приходится не раз переломить, внимательно прислушаться к чужому, но на Голгофу протянувши нить, туда тащить свой крест весьма тяжелый. Для всех ты свой, укрыт одним смирением, не извлекая второстепенной пользы, не допускай присеяний трений среди козлов, сам часто будешь козлик. Вину умерших предков несогласных сумей пригладить и не оскорбить, и для своих не стать, не быть соблазном, хотя от гнева и в глазах рябит. Я неспроста об этом говорю. Талант мне этот с первых дней достался. Благовествовать пришлось среди попов, ворюг, и страшно вымовить среди старообрядцев. Вот так. Такие вопросы. Дальше. Вопрос 2474, 11 том «Открытым оком». Какие такие данные есть в истории старообрядцев, что они возомнили о себе, что они одни угодны Богу? Расскажите бы хотя вкратце о их возникновении и в чем они правее всех людей. Вот видите как, сейчас сколько будет разговоров-то. Это не просто так. Ответ. Это мне задают вопрос. Ответ. Глупый снобизм и темнота в свечении самопревозношения. Библия у них никогда не стояла на первом месте, а только длинные непонятные богослужения. Народ привык томиться, и это им в усладу. У них нет другой проповеди, кроме этой вот. Ты еретик, переходи к нам. Это дикая глупость и нечеловеческая злобы. Более злобных людей и непримиримых
и немирных не встречал ни в одной секте, даже тоталитарного покроя. Их священный инок Семен Дурасов пишет, кавычки открыты, но наши старообрядческие подходы подчинены только одной цели – отгородиться от никоньян. Любой ценой, вплоть до неправды и хулы. Они таковы, как будто это нас, ныне живущих старообрядцев, только что сняли с дыбы или вытащили из костра. И мы, кроме этих дыбы и костра, ничего перед собой не видим и не понимаем. Это тоже болезненный признак, говорящий теперь уже о нашей духовной слабости. Кавычки открыты. За 15 лет до падения Константинополя в 1453 году византийские патриарх и царь признали унию с Римом, вошли в нее. А Москва осталась верной православию. Отсюда теория богоизбранности русских, московского государства. Стоглавый собор 1551 года. Теория, да? Так, решительно настоял, чтобы русская церковь пользовалась древним двуперстным знамением и запретил пользоваться новым трехперстным знамением, введенным в греческие церкви только в 13-14 веках. В 1589 году поставлен первый русский патриарх Иов, по поводу чего из-за финансовых надежд и личных константинопольский патриарх Еремия признал официально превосходство русского благочестия. Так утвердилось учение о Москве как о Третьем Риме. На Брестском соборе 1596 года русские епископы признали главенство папы и заключили унию с Римом. Простой западно-русский народ остался верным православию. На Церковном соборе 1620 года митрополит-патриарх Филарет настоял на перекрещивании выходцев из Западной Руси за годы 1595-1657. В Константинополе было более 40 перемен на патриаршем престоле. Многие из них в разной степени склонялись к Риму, папству. Филарет предложил всем у него на службе иностранцам немедленно перейти в православие или в отставку. По его требованию все иностранцы были переселены в Кукуй, немецкая слобода, и временно была закрыта протестантская церковь. В начале 17 века на Руси проповедь до Неронова была почти неизвестна. Он же и проповедовал как в храме, так и вне, на улицах и площадях Нижнего Новгорода по Иоанну Златоусту. В 1636 году 9 нижегородских протопопов и священника во главе с Нероновым подают патриарху Иосафу, преемнику Филарету, память челобитную с просьбой принять срочные меры для сохранения благочестия и спасения православия. Полурусский полумордвин Никон родился в 1605 году в селе Вальдиманове. В 12 лет ушел от мачехи в Макарьевский Желтоводский монастырь у Нижнего Новгорода, но в 20 лет оставил монастырь, не став монахом. Женился и получил приход неподалеку от монастыря. Дети умерли, уговорил жену постричься и сам ушел, как инок, в Анзерский скит на острове около Соловок. Не ужился с братьями, перешел к Кожеозерский монастырь. Никон целиком принял программу боголюбцев. Его природный ясный ум, высокое мнение о роли церкви в государстве, энергия, дар слова произвели сильное впечатление на молодого царя, на 24 года моложе Никона. Внутри главного штаба боголюбцев особенно сблизились царь Алексей, Никон и Ртищев. 09.03.1649 год. Столичный архимандрит и сабинный друг царя Никон 44 года стал митрополитом второй по величине и историческому влиянию и богатству в России старинной новгородской митрополии. Аваков родился около 1620 года в районе Нижнего Новгорода. В 1642 году он был уже священником, 22 года, село Лопатище. То есть незаконный совершенно. Стоглавый собор уже три только канона поставил, чтобы не ставили. Шестой Сретенский собор, а какой он? Абакум-то. И Никон также до 30 лет. В 1651 году переходит в Юрьевец, а в 1652 году в Москву.
Царь не поддержал патриарха Иосифа, который под его давлением отложил вопрос о единогласии и запросил Парфения, патриарха Константинопольского, совета по этому вопросу. На что тот категорически ответил 16.02.1650 года: «Единогласие не только возможно, но должно вести во всех церквях, ссылаясь на слова апостола Павла, лучше 5 слов сказать со смыслом и других наставить, нежели тьму, слов на незнакомом языке». Совершенно не к месту место-то. 1 Коринфянам 14.8.9. Никакого отношения не имеет к вопросу поставленному. Дальше. 9.02.1651 год. Собор постановил вести единогласие. Уже в июле 1651 года вышел из печати новый богослужебник. Кавычки открыты. Мятеж протопопов против епископата на соборе 1649 года был закономерен, что объяснялось противопоставленностью епископства, которое было исключительно из представителей монашества, черного духовенства, не понимавших нужды низшего клира и часто презиравших менее образованных, более бедных, менее влиятельных собратьев из приходского духовенства. Если боголюбцы хотели сделать из России один вселенский приход, чающий наступление Царства Небесного, за божественной литургией, то капитон, лесные старцы, в один строго аскетический изуверский аскетизм монастырь, ожидающий страшного суда, даже таинства и священства, по его, вероятно, мнению, безблагодатны, бессильны в борьбе за спасение души. Бились на смерть, а Библии в руки как будто не брали никогда. Тысячи сгорели, сожегошися Божьей милостью, чтобы только не отдаться в руки царских опричников, чтобы их не принуждали жить по-никоньянски. Никонова преступная реформа разделила Русь. Непокорившиеся ей стали называть староверами и раскольниками. Если бы они, не связанные официальной церковью, поставили во главу угла Библию, то сегодня это был бы светильник. Но так как Библия им не нужна, то они скатились в болото застоя и непрерывной злобы и ненависти ко всем, кто не с ними. Да и между собой они разделились более чем на 50 толков учений. Деяния 5.38.39. «И ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками». 3 Царств 12.16. «И увидели все израильтяне, что царь не послушал их, и отвечал народ царю, и сказал: какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Иессеевом. По шатрам своим Израиль, теперь знай свой дом, Давид, и разошелся Израиль по шатрам своим». Помешались на экуменизме и на неверном его понимании и осуждении. Лепят каноны о запрете моления с еретиками, не понимая, кто есть еретик. А клеют друг друга. Клеют друг на друга. Друг на друга. Слово «еретик», как истовые правоверные старообрядцы, для которых все, кроме них самих, конечно, еретики. По их понятию, если молятся еретики, то и должен быть за 1000 верст от них, или быть перевернут, или быть перевернутым вверх ногами, то есть вместе с не его единоверцами одновременно не кланяться, а чуть пораньше поклон сотворить или попозже, но не синхронно с тем, кого мыслишь, еретиком. Тут не просто детское по пониманию темы, а дикое невежество и закостенела прямая самость, полное мертвение души и совести. Они считают себя стерильно чистыми, что они закупорены в своей консервной банке и ни с кем, решительно ни с кем, никогда и во веки веком никогда не молились. Это же и есть их главный козырь сохранения. Но чего? Чистоты и незамутненности своего тупого невежества, глупейшего снобизма, непервобытной замшелости и дикого упрямства и непокоривости словам Божьим. Дочитали ли они, что пророк Илия был вместе со жрецами Ваала и никуда не отходил, когда они по-своему молились? В таком случае, если по их рассуждению понимать, то пророк Илия и есть первый и полновесный экуменист. Но чем закончилось его экуменическое моление? Он подрубал их головы, устроил чеченские секир-башка, и он прокатился по рядам тогдашних поторгов, и поток кислот сделался негодным для питья. 3 Царств 18, 26, 29.
И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря: «Ваале, услышь нас!» Но не было ни голоса, ни ответа. И сказали они у жертвенника, который сделали. И скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил: «Кричите громким голосом, ибо он Бог. Может быть, он задумался или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит. Так он проснется». И стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения. Но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. И сказал Илия фисвитянин пророком Вааловым: «Теперь отойдите, чтобы я совершил мое жертвоприношение». Они отошли и умолкли. Мы знаем достоверно, что когда пророк Илия молился, то пророки Ваала тут же стояли. И, конечно же, кто-то из них мог уже усомниться в истинности своей веры и мог быть участником молитвы пророка Илии в своем уме. Мог хотя бы предположить, что молитва пророка могла быть осквернена участием в ней нечестивца, и даже не еретика, а сатаниста, и при том ни одного. Но пророк Илия немало, как видим, об том не беспокоится. У него более трезвое разумение молитвы Иеговы, чем у старообрядцев, и он знает твердо, что никто не помешает ей. Он не махал руками жрецов, чтобы они отошли от него и не осквернили его молитву. И Бог услышал молитву своего посланника и исполнил ее. С неба не спал огонь и пожал жертву. Мы еще ни разу за 42 года миссионерской работы не пришлось встретить человека, кто бы мог повторить слова апостола Павла по отношению самого себя. 1 Коринфянам 9, 19-27. Ну, да, я сейчас пока это даю, прочитайте это место. Ну, считай тогда. «Ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона был как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Все же делают для Евангелия, чтобы быть участником, соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, не для получения венца тленного, а мы не тленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Покажите мне на практике, как это было у вас. Как это было лично у вас или у ваших знакомых, или читали где? У кого это было в России за 1000 лет? Мне пришлось быть у пятидесятников и баптистов и молиться там. Ни в одной эзотерической молитве никогда не участвовал, то есть не соединялся со словами, какие они говорили на молитве. Если эти слова не были и по Библии. И иногда они заканчивали молитву так: «Во имя Отца и Сына во Святом Духе». Это уже не по-православному. Я никогда на такую молитву не говорю «Аминь». Что мне надо? Что мне это дало? Что мне это дало? То, что пришли туда люди, приняли в православие. Теперь они священники, тысячи людей познают через них истину. 1 Коринфянам 9:23. «Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства...» Ну, понятно, прочитаю вот это с выражением. Это не мое стихотворение. «Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе, вот мое защищение против осуждающих меня». Ну, совершенно считаешь, как будто бы неверующий. Старобрячество, как древний динозавр, отказалось развиваться и потому обречено на вымирание, на скелетирование останков в воспоминаниях о прошлом, ностальгический синдром о дониконовской истине. Они никогда не смогут быть в путешествии с апостолом Павлом и быть такими гибкими, как вселенский проповедник благодати Божией. Не поймут его двойственного отношения к наиважнейшим вещам, как обрезанию. Галатам 5:2.
Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Деяние 16.1.3. Дошел он до Дервии и Листры, и вот, там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец Елен, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был елен. Какой старообрядец будет думать приобрести баптиста? Ты для всех сделал совсем. Да никогда, за 1000 лет, во веки веком. Преступно злиться, благо забывая, какое ты когда-то получил. Грехи багряные, как говорит Исаия, сверхфиолетовые брызнули лучи. Не дай, Господь, не приведи, помилуй, чтобы эта тьма взвихрилась, подхватила. Избавь, не допусти, Создатель милый, что вместо хлеба кирпичи тротила. Ожесточение твердей гранитных скал и неприступней крепости Нагорной. Об этом Соломон давно сказал, да поделюсь с врагом последней коркой. Как нижний круг на мельнице соседа ожесточило сердце у сестры. Мой голос для нее здоровье вреден. Не захотела дверь души открыть. Румянец нездоровый, накип злобы. Не скрыть по телефону и заочно. Мне не простить, грозит рука из гроба, шизофрении украшаясь прочной. Дымятся обгорелые застолья от бывших свадебных подарков, поздравлений. За месяц выплеснули рты злословия столько, что перебиты у мозгов голени. Утишь их, Господи, каскадом водопадом, небрежной милости Твоей и милосердием. Воспоминания из прошлого отрады, да украшают слух их словно серьги. На память приведи им, Боже мой, места Писания, смиряющие ярость. Надежды не лиши, пока их мозг живой. Умиротворение встретит пусть их старость. Не гром. Что, старость? Старость, да. Ну, почитай это, куплет. На память приведи им, Боже мой, места Писания. На память приведи им, Боже мой, места Писания, смиряющие ярость. Надежды не лиши, пока их мозг живой. Умиротворение встретит пусть их старость. Совершенно мертвый язык. Не гром и молнии на крыше им. Не гром и молнии на крыше им, на череп. Охолони огонь гиенской страсти. Их самарянка ждет, воды спешит начерпать. Знак примирения ко дну Христовой Пасхи. Сколько здесь всего сказано. А то считаешь, прям мертвечина какая-то. Что ты так уж? Что там по времени? Все, и началось. Что, все? Все, да. Ну, ты захватил одну уже, поставлю сейчас. Час? Это маленькие. Час 7 минут уже. Ну, ладно. Ну, маленько, прочитай. Вопрос 2620, 12 том, открытым оком. Старообрядцы везде такие некоммуникабельные. Или за границей они помягче? Ответ. Тупое чванство и дикий снобизм. Вы, еретики, переходите к нам. В этом вся их 300-летняя проповедь. Они дробятся, как никто в мире. Только в России их уже более 50 толков в учении. Течений. Течений. Они ни в чем не могут уступить друг другу. Легко идут на подделки уже написанного. И самый страшный грех, они отвергли Библию на русском языке, в синодальном переводе, объявляя ее вредной и поносят скверными словами. Думая, что они близки к тому, что почти хулят Духа Святого. У них везде свирепость и тупое упрямство. Почему бы со всего мира не собрать этих грамотеев, как Мельников, Федор Ефимович, и попытаться перевести на великорусский язык Библию? Но они боятся даже мысли такой. Им нужна тьма, это их природа. Григорий Грабе говорит, что касается ссор, то боюсь, что это есть последствия революции. Мне кажется, что как некий первородный грех, дух революции сидит в русских людях. Дух этот заключается больше всего в зависти и в осуждении. О, это я могу сказать по отношению меня, все попы. Зависть и осуждение. Отсюда наши приходские скорби. Я очень чувствителен к проявлениям необновлеченства, потому что оно фактически существует не только в сергианстве, но и за границей. Относительно вашего письма митрополиту, далеко не во всем могу я с вами согласиться, хотя от всей души сочувствую вашей основной цели – защите старообрядцев и примирению с ними. Совершенно искренне, несколько лет тому назад,
Когда их священники в США приглашали меня стать их митрополитом, я писал им, что кроме нашей непорочной зарубежной церкви, больше всего я имею симпатии к ним. Старообрядцам. Конечно. Это Грабби пишет. Они нам ближе, чем евлагиане или американская митрополия. Но нельзя, защищая старообрядцев, подать в осуждение не отдельных лиц, а церкви православной, непорочной невесты Христовой. Это именно и есть тот грех, из-за которого произошла трагедия раскола в русской церкви. Старообрядцы не удержались на отвержении патриарха Никона, а перешли к отвержению церкви. И при этом никак нельзя рисовать старообрядцев какими-то кроткими овечками. Лучше... Это он говорит, епископ Граббе, один из самых умных, как мне сказали в синоде в Америке. Лучший из возглавителей старообрядчества, протопоп Аввакум, в своем замечательном дневнике откровенно пишет, что была бы его власть, он бы борзого кобеля Никона и всех его сторонников переполосовал бы, как собак. Век был грубый и жестокий. Вы правы, что преследование старообрядцев подорвало благочестие на Руси, но в этом виноваты обе стороны, вернее, личности на обеих сторонах. А где же в то время была непорочная церковь Христова? Как это часто бывает в особо смутные церковные времена, это было неясно тогда, как неясно теперь, в церкви патриарх Константинопольский или нет. Церкви московский архиерей или нет, это тоже неясно. С кем была тогда церковь? С протопопом Аввакумом, мечтающим переполосовать патриарха... Перепластать, то есть изрезать. Написано переполосовать. Ну да. Патриарха Никона. Конечно нет, с патриархом Никоном, думаю, что тоже нет. Патриарх Никон проявил слишком много страстности и жестокости. Хотя суд над ним был, конечно, неправым, но он много дал для него поводов и оснований. Сравним, как пошел он в ссылку, с тем, как пошел в ссылку святой Афанасий Великий. Там ни ропота, ни жалобы, беспокойство только о деле православия. Со старообрядцами надо мириться. Честь им и слава за то, что они в течение веков своего отхода не уклонились от догмата православия. Не имея священства, никогда не впали в протестантские утверждения о ненужности священства. Но мириться со старообрядцами надо так, чтобы никак не оскорбить и не похулить невесту Христову, святую церковь. В этом деле нужна сугубая любовь, терпение и забота. Он когда говорил, в то время еще не было покаяния перед старообрядцами, где подписались митрополит Виталий и все священники. Это говорил он в более ранний период. Григорий Граббе. Псалом 118:130. Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых. 118:105. Слово твое светильник ноге моей и свет стезе моей. 2 Петра 1:19. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. 2 Царств 22:29. Ты, Господи, светильник мой, и Господи просвещает тьму мою. Псалом 17:29. Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою. Там был у них епископ у старообрядцев, Даниил Иллирийский. И они вошли в зарубежную церковь. Вот что надо было делать. Остались при своих обрядах, ну как единоверцы. Умение друзей приобретать, влиять на подчиненных, на начальство. Карнеги, Ленин, Гитлер, их легионы рать, их слушателям предстоят печали. Искусство обольщения с той поры, как Ева голая себя раскрепостила, отведала плодов, их смысл еще сокрыт, а змей-оратор омерзел постылый. Нам, христианам, дан пример Христом, апостолами и их учениками. Приобретать молитвой и постом, а не тереться бритыми щеками. Святую правду мудро излагать, и не криви душой, слезой и в мыслях. Нигде для пользы дело не солгать, над языком будь подлинный епископ. И правоверье нигде не искриви, врагов сметет от света, словно плесень. Будь проповедником свободы и любви, не извивайся и не пой им льстивых песен. Кто другом Иисуса точно стал и Библию в начальники приблизил, не выловит теперь из слова без Христа, не облечется в лицемерье ризы. Друзья тыщутся, приблизятся к плотную не только сотрапезники и дети,
Здесь воздух легкий очищенный вдохнули. Всегда таких держите на примете. Любови кровь из горницы ведут. В томление гефсиманское и бегство. Дни испытания с рождения на виду. Не скроем хитростью, запатентуем честно. Мы ощущали надобность в друзьях. В таких, в ком чувствование Иисуса. В их верность вечную, без клятв и без присяг. Сыны Всевышнего вкусили это чувство. Благодарю. Спаси Христос. Слава Христу. Вот такое чтение, оно есть, а совсем никак. То есть,